Всем добрый день, ребят. Решил записать небольшое видео. Стою сейчас на парковке на границе Германии и Нидерландов. Паузу кручу небольшую. И решил записать видосик вот относительно вот этой панорамной линзы, которая клеится на форточку справа. Она применяется и для легковых автомобилей. То есть, больше для бусов, минивэнов. Вот, линза панорамного обзора, парковочная, 20 на 25 сантиметров. У меня она с углами обзора вверх 13, вниз 25 и по краям 30 градусов. То есть, удобна она тем, что я вижу снизу больше, чем в обычном парковочном верхнем зеркале. И очень удобно тем, что, вот, допустим, при выезде с елки я вижу угол 45 градусов. Ну, не 45, но 30-35, который позволяет мне, то есть, ранее, когда ты выезжаешь, нужно вот так вот высунуться там, посмотреть, есть кто-нибудь или нет. Сейчас же, допустим, глядя просто в это панорамное зеркальце, как бы говорится, я могу видеть еще сдалека, то есть, дорогу, которая идет по отношению ко мне под углом. То есть, вот получается, мы видим, что стоит два автомобиля дальше, вот это они, Скания и там, и Скания. Вот, если отсюда, то просто форточку я их не вижу, а в панорамном я вижу, что они там стоят. Также, когда кто-то едет, то есть мне не нужно вытягиваться, выглядывать, я могу сразу по этой линзе определить, есть ли справа кто-нибудь от меня или нет. Потому что даже бывали случаи, когда вот так человек с елки выезжает, справа он ничего не видит, там человек отвлекся на какие-то мелочи, там сигарету взять, зажигалку, навигатор отвлекся и приехал в бок. Ну и получается, конечно же, виноват тот, кто выезжает с елки, потому что он не видел, а хотя должен был убедиться в безопасности. Ну и стоит она не так дорого, мне ее подарили. Вот, мой швагро Денис, она силиконовая или какая, тоненькая, клеится просто водичкой, смыл стекло, саму пленку и наклеил. И она вот показывает такую панораму. Мне, если честно, нравится. Даже вот когда в Германии выезжаем тоже со стоянки, и очень много там таких примыканий дороги относительно, вот мы их не видим, то есть высовываешься там на свой страх и риск так потихоньку, потому что как бы можно легковую какую-нибудь подмять под себя. А так это очень удобно. Вот выехал Mercedes вроде бы и едет. Нет, это Volvo. Ну зато силуэт видно, я ее уже давно видел, а сейчас только она проехала. Вот. Сейчас еще на примере какой-нибудь машинки покажем. Сейчас. Вот, едет Volvo синяя. Панораму я ее уже вижу. Но он повернул направо. То есть он сюда не поедет. Вот видите. А вот сейчас он, только я его, так покажу вам. Короче, скажу одно. Вещь удобная. Помогает в обзоре, помогает в безопасности. При выезде с таких вот участков, где относительно вот форточку мы ничего не видим, а даже вот высовываясь, выглядывая, это неудобно и тоже не видно. Вот данный, цена вопроса, $10 максимум, и очень сильно помогает. Все, ребят, всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока.